3 января начали работать пункты регистрации на внешне независимое тестирование. Запорожцы, заявившие желание поступать в вузы в этом году, теперь территориально регистрируются в Днепропетровском региональном центре. Из Симферополя в Днепропетровск. Теперь запорожские абитуриенты, желающие записаться на тестирование, прописаны там. Регистрация самостоятельна и бесплатна. Через сайт в интернете до 28 февраля. У кого нет доступа ко всемирной паутине, могут обратиться в консультационные пункты. При Запорожской академии последипломного педагогического образования, высших учебных заведениях и райотделах образования. Кроме электронной регистрации, необходимо отослать пакет документов и получить ответ из регионального центра. Как сообщили в центре мониторинга, пункты тестирования начнут формироваться уже в марте при вузах и, возможно, школах. В этом году в области ожидают в два раза меньше выпускников, чем в прошлом – примерно 7500. Абитуриент может зарегистрироваться максимум на 5 предметов. Внешнее независимое тестирование начнется с обязательного украинского языка и литературы 2-3 июня и закончится химией 24 июня.